на мой взгляд, стало трендом брать бывших арбитров в штат команд, главным, скажем так, трендмейкером и всей этой истории стал, конечно, Локомотив со Станиславом Сухиной. Я не очень знаю Ходорева, как говорят, его сложно назвать столь же, так скажем, влиятельным, авторитетным в мире судейства, как Сухина. То есть, если Сухина арбитром был таким видным, да, и сейчас стал медиа-звездой, но уже немножко в другой роли, то Ходорев всегда был, ну, таким достаточно скромным, да, серой мышкой, да, не хочу его ни в коем случае задеть, но не был хедлайнером, да, нашего судейского цеха. Посмотрим, что это даст Спартаку. Понятно, что с этим сразу будет связано, во-первых, очень много неприятных домыслов, а во-вторых, очень много веселых шуток. Давайте верить, что домыслы наши ошибочные, а над шутками будем все вместе смеяться. И когда в очередном матче судейство Спартака будет безобразным, у нас будет, по крайней мере, человек, в которого мы тыкнем пальцем и скажем: «Ах, вот он в этом виноват».